Ёпта, сейчас я расскажу о том, какие привычки у меня были в детстве. Привычек у меня было предостаточно, поэтому погнали. Грызть ногти и ковырять носу. Эта привычка преследовала меня с самого детства. Сейчас я тоже это делаю, но не так часто, как тогда. Грызть щеку. Эта привычка у меня возникла недавно. Я начал грызть щеку и выплевывать то, что выгрыз. Вот как-то так. Ругаться матом. Эта привычка у меня появилась после 6 класса на практике. Вот когда материшься дома, почему-то не особо получается матюгаться, не очень хочется. А вот когда материшься в школе, об этом речи идти никакой не может. Рот сам открывается, и маты вылетают. Причем рот открывается настолько широко, что ничего с этим нельзя поделать. Особенно мне. Хрустеть пальцами. Эта привычка у меня пришла после Нового года. Я начал хрустеть пальцами, и бабушка это заметила и начала говорить какую-то хуйню. Что типа у меня пухнут пальцы, будут болеть, как у нее, бла-бла-бла-бла-бла. Но я в это не сильно верю. На этом все. Это были все мои привычки. Ну и всем пока!